Баспабугу начал свою работу фестиваль медиаиндустрии подкастинга под названием «Подкастинация». Организаторами мероприятия выступили клиника коммуникационных проектов Петербургского государственного университета и студии подкастов «Толк». Фестиваль включает в себя воркшопы, лекции от гуру подкастинга, пиар-специалистов и различных представителей медиаиндустрии. У нас есть те ребята, которые пишут магистерские диссертации на эту тему, вот, и всячески увлекаются этой историей. И когда ко мне пришла наша выпускница Гульнас Рахматуллина с этим проектом прекрасным, она является сейчас пиар-сотрудником студии подкастов «Ток», то, безусловно, у меня даже не было как бы времени, да, и желания подумать. Я сразу сказала «да», потому что проект перспективный, проект интересный, тем более такой формат, не избитый, как фестиваль, который включает, да, несколько интенсивов полноценных, и спикеры едут к нам из Лондона, из Москвы, из Санкт-Петербурга. Мы всегда на ура воспринимаем идеи, которые нам несут, в том числе выпускники, которые из нас, из наших проектов, собственно, и вышли. Участники фестиваля смогут продвинуть свои навыки в сфере медиа, а именно разобраться в развитии индустрии и перспективах подкастинга, научиться писать сценарий к своему проекту и даже узнают, как написать свой подкаст за час. Началось, наверное, все с «Медузы», и потом комообразно продолжил расти. Но вообще подкастинг – вещь не новая, в Америке рынок очень большой и растет уже 15 лет очень активно. На подобные мероприятия стоит обращать внимание, ведь формат мастер-классов и воркшопов с живыми примерами и интерактивом в зале гораздо интереснее монотонных лекций. Фестиваль заканчивает свою работу 28 октября. Посетить его сможет каждый желающий. Расписание встреч и мастер-классов можно посмотреть на сайте Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПБГУ в разделе «Мероприятия». Ксения Фаткулина, Денис Сосин, медиацентр СПБГУ.